Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Alien Isolation. Давайте посмотрим карту, я уж не помню, куда нам. Но, видимо, нам надо отсюда выходить, да, вот этот лифт взломать, помните? Это то самое помещение, в котором в нас стреляли. Отключить аварийную блокировку. А где она, эта аварийная блокировка? А, мы как раз сюда и пришли, да? Тут все на картофанах, друзья мои, иначе это все плохо кончится. Tech Workshops. Ну давайте, чё. Посмотрим. А, вот так. Вот так. И вот так. Отлично, я доволен. Читаем, да. Севастолинк. Архивы, кому? Портер, шеф, тема терминала Севастополя. Шеф, есть новости хорошие и плохие. Хорошая новость, я заархивировал уже почти 80% сообщений внутренней почтовой системы. Она отключена от Apollo, но я оставил в работе базовую службу связи, чтобы жители станции могли общаться между собой. Плохая новость в том, что тот, кто эту систему устанавливал, сэкономил на аппаратуре, и у нас была утечка данных. Я поручил разобраться с этим Майку Танаки, он наш внештатный специалист по архивированию. Вроде мало толковый. Я просто решил, надо сообщить вам, как идут дела. Франко. Форпост Прогресса. Севастополь, Форпост Прогресса, автор Джулия Джонс. Разорение в уединении. Космическая станция, которая никому не была нужна, построенная компанией, о которой все забыли. На Севастополе царит запустение. Население сократилось до десятой части от оптимального показателя. Космопорт пустует. Местные магазины закрылись. Спрос на дешевых андроидов Сиксона давно сошел на нет. А устаревший суперкомпьютер Аполло подвержен частым сбоям. Как мы до такого докатились? И что важнее, куда утекли миллиарды долларов инвестиций? Мое имя Джулия Джонс. Я 2 месяца прожила на Севастополе, чтобы подготовить статью для Colonial Times. И попытаться понять, какую цену корпорациям второго эшелона пришлось заплатить за необдуманную экспансию в дальний космос. Аудио. Ничего нету. Утилиты. Ничего нету. Ладно, окей. Ну вот так вот мы в момент опасности читаем журнал. Да, мы молодцы. Прям что там говорить. Так, секунду, друзья. Настройки. Во весь экран. Размер экрана. Да. Вертикальная синхронизация включена, конечно же. Почему она выключена, я не понимаю. Что это здесь? Отключить аварийную блокировку. Facility control. Ну давайте, что, отключим. Добро пожаловать на борт Севастополя, господа. Его зовут Рашид. Собственной персоной. О, хвостик, да. Ушел Рашидушка. И начинается жесть. Я уж и не помню, куда идти. Обязательно смотрим наверх. Потому что если с вентиляцией капает, значит деятель здесь. Че, лифт закрыт, да? Конечно, закрыт. Мы же это сломаем. Так. Прекрасно. Вот. А теперь куда? Туда?
Давайте посмотрим. Я вот не помню. Здесь было открыто. Там муха, что ли? Нам надо спускаться, да? Да, нам надо спускаться. Нам надо спускаться. То бишь подниматься. Угу. Его убить нельзя, я напоминаю. Рашид просто неубиваемый, по большому счету. И по маленькому тоже. Муха, иди отсюда, мне страшно. Staff assess. Мы идем аккуратно. Да. Очень аккуратно на насяльника-паяльника. Лоренс. Почему она закрылась? Она же была вроде открыта. Очень странно. Или я что-то путаю? Какой мерзкий писка. Так, ну это вот так. Я думаю, что это вот так. И буква Э. Быстрее, пожалуйста. Страшно, господа. Страшно, понимаете? Здравствуй, пистолет. Это то самое помещение. Подождите, я пока не понимаю, что к чему. Но точно уверен, что нам надо, знаете, куда? Вон, видите? Вот нам туда надо. А теперь аккуратненько проходим вот здесь. Я очень надеюсь на то, что здесь никого нету из людей. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, это что? Это вот это. Это вот это и вот это. Фу, тихо. Быстро. Уходим. Ю. Видит и слышит, да. Это правда, что он нас обнаружит быстрее, чем все остальные. Просим посетителей зарегистрироваться. Замечательно, и что? Я не хочу регистрироваться, нет у меня такого желания. Боже, ты кто? Андроид? Здравствуйте, меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста, вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. Мы сделали своих рабочих андроидов легко узнаваемыми. Исследования показывают, что потребители с опаской относятся к продвинутым моделям с высокой реалистичностью исполнения. Что это? Именно поэтому мы сделали так, чтобы нашего андроида нельзя было принять за человека. Будьте спокойны. Ваш комфорт – главный приоритет для компании. Ну и что дальше? Попасть в центр связи Сиксон. Я попал. Сиксон. Что там дальше? Ну и что, я не попал? Я попал. Что не так? Comms control. Не пойму я. Я ж попал вроде. Relay facility. Что тут? Необходим пропуск. Ионный резак. Не, друзья мои, я что-то явно не так делаю. Это должно быть не так, мне кажется. Подождите. Вами скоро займутся. И что?
То есть они что хотят сказать? Что мне на этом лифте надо ехать? Но я ж на нем приехал уже. Нет, нет, нет. Технобашня Лоренс мне не нужна. Local Departure Bay. Порой темп нашей жизни бывает таким головокружительным. Пойдемте вперед, потому что, ну, видите, тут... Чтобы потеряться, компания Sixon всегда помнит о необходимости человеческого общения. Посмотрим. Заткнись и не шуми. Обеспечивает всю связь с внешним миром и следит, чтобы ни одно сообщение не потерялось в эфире. Создавая большую масштабную картину, мы не забываем и о малых деталях. Ходит какой-то дроид. Relay facility здесь. Пропуск. Андроиды, андроиды. Кругом андроиды. Чем могу помочь? Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту, сама найду. На, ну все. Так, дроид. Я бы не советовал. Иди нахер. Со своими советами. Че там? Service Exchange. Я практически всю игру буду на корточках, друзья мои. Потому что это единственная возможность здесь выжить. Иначе все. Иначе мы будем шуметь, и наш друг Рашид нас просто снесет нафиг. Логика простая. Что здесь? Взять хлам. Аптечка. Что такое? Аптечка на весь золото у нас, да? Ну давайте. Недостаточно энергии. И что мне делать с этим? Скажите мне на милость. Прибор слежения. Но это тот, кто знаком с классическим чужим, знает, что это такое. Это чтобы нашего другана. Чтобы использовать прибор слежения, удерживайте РБ. У вас проблемы? Да у тебя проблемы. Нет, все в порядке. Ты включил, да, питание? Молодец. Севастолинк. Замок отключен. Хьюз, я поставил механический замок на дверь, которая ведет наверх. Нужно разобраться, что происходит, и я не хочу, чтобы несчастные случаи повторялись. Запрещенный термин для поиска. Так, общее. Наш манифест. Впервые опубликовано в новостях Sixon февраль 2115 года. Мы не хотим показывать вам новый мир. Мы хотим открыть его вместе с вами. Каждая новая технология, каждый новый научный проект компании Sixon преследует одну цель – принести пользу вам. Мы надеемся, вы присоединитесь к нам в этом путешествии. Мэри, надеюсь, ты это услышишь. Я решил добраться до Sixon Telecom. Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Глородних. Угу, ясно. Доступ к дверям. Вот и двери мы открыли. Прекрасно, чудесно. Чтоб понять бы, что нам это дало. Human Employed Creation. А ну-ка. Здесь ему пока вроде неоткуда появиться. Конечно, да, угу. Неоткуда появиться. Да, Рашиду неоткуда появиться. Прям вообще огонь, неоткуда. Сохранились прекрасно. Фу. Что это?
Ну-ка. Метка на границе экрана прибора слежения указывает на цель. А, ну понятно. Видите вот этот вот полоска наверху? Это значит направление нашего движения. Чтобы карту постоянно не теребить, я совсем забыл. Да, это очень удобно. Кстати. Очень удобно. Но прежде мы вот это снесем. Human Deploy. Давай. Давай. Вот так. Что это? Сейчас посмотрим. Ну, файрит прекрасно. Радует, не вопрос. Рашида пока не видно. Можно походить. Генератор звука. Такая прелесть. Это кидаешь, этот идиот на это бежит. Кстати, уникальность этой игры в том и заключается, что здесь впервые прописан адаптивный интеллект у чужого. Он адаптируется под ваш стиль игры. Поэтому как бы вы ни играли, хорошо или плохо, Рашид все равно найдет вас. Как все сложно. Как все сложно. Нам туда. Это мы все вот это помещение прошли. Окей. Двигаем. Да. Тут еще как-то можно отдалять, что ли? Подождите, сейчас. Как-то. Короче, как-то нажимаешь, и у тебя меняется фокус расстояния. Давай, что здесь приплывет что-нибудь? Да? Видите, как здорово. Это что такое? Аккумулятор? Нет места? Все равно нет места? А, это я батарейки заменил, это не аккумулятор. Ну, а здесь что? Comms Control. Ну, Comm это, видимо, связь и есть. Аккумуляторы. Давайте посмотрим, что можно делать. Вот, можно что-то создать, что. Аккумуляторы мы использовали? Ну-ка. Да, отлично. Сейчас еще один звуковой генератор создадим. Подумаешь, проблема. Нет места? Чего у нас тут нету? А, шприц тоже нужен. Зачем? Вы не знаете, зачем на этот, как его, на аккумулятор нужен, на звуковой генератор нужен шприц? Я вот ума не приложу. Что здесь? Давайте. Да. Весело, весело, да? Вообще, огонь. Просто. Типы взломов тоже разные, если вы обратили внимание. Что здесь? Это чертеж какой-то? Ну-ка, встань. Батарейки для фонаря. Ничего такого. Не вижу смысла туда залазить. Так. Теперь сюда. Да. Comms Control. Вход сюда воспрещен. Уходите. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно. Да. Аманда Рипли, вы авторизованы в системе Аполло. Добро пожаловать на Севастополь. Наверняка есть обходной путь. Конечно, мы только что там были. О, здравствуйте, молодой человек. Давно я вас не... Скоро наш сотрудник ответит на все ваши вопросы. Конечно, конечно. Мне он сильно нужен, ваш сотрудник, вообще прям. Сил нет как.
Вот он, альтернативный путь. О, а я этот ящик лутал? Я что-то не помню такого. Забрали. Давай, радость моя, пойдем. Отпусти. Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. Сейчас Рашид придет. О, господи. Опа, опа, опа. Приятного дня. Приятного дня. Хьюз, до свидания. Ну, так вот, чё. Да. Приятные, да, андроиды? Не-н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 е. Незаметно добраться до лифта. А лифт где? А там что? Это не лифт? Наверное, это лифт. Я, знаете, что думаю? Я думаю, что вот так это лучше сделать. Подождите. Не-не-не. Так. Давайте попробуем. Что, я не знаю, чем это все закончится. Интересно. Ну давай. Интересно. То есть меня она увидела, да, эта штука? А разве ее нельзя отключить? Мне кажется, можно. Мне кажется, можно. Камеры здесь вырубаются. Так она успокоилась. Ну-ка. Пойдемте разбираться с ней. Что у тебя тут есть? Патроны для револьвера? Так, это что? Щит. Питание камеры. Вот, я ж помню, что их можно вырубать здесь. Давайте почитаем. Кругом опасность, а мы вырубаем. Читаем терминалы. Ваше сообщение. В сообщении, отправленном с этого терминала, обнаружена конфиденциальная корпоративная информация. Данное событие отмечено в журнале Apollo по поручению компании Sixon. Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему непосредственному руководителю либо к ближайшему андроиду Sixon. Запрещенный термин для поиска. Общее. Глаз Аполло. Рикс, ты до сих пор работаешь в центре связи? А помнишь, что с тобой случилось в том году? И как я тебе тогда помог? Ну вот, пришло время вернуть должок. Один из моих коллег разбирался в документах и нашел там пару косяков. Он новенький и не понимает, как у нас делаются дела на Севастополе. Грозится рассказать обо всем Уэйцу. Это для нас всех может плохо кончиться, поэтому я хочу, чтобы ты за ним присмотрел. Может, всплывет что интересное. У Аполло везде камера, надо только указать ему, куда смотреть. Парня зовут Дэниел Хан. Халдин живет в апартаментах для руководящего состава Джои Сиксон, номер 651. Если все пойдет как надо, я тебе еще подкину работенка. Мы тут все почистим. Ренсом. Папка повреждена, утилиты никаких нет. Утилит никаких нету. Ну, ребята, видимо, барыжили. Клей тоже нет места. Окей. Отрубили мы ее? Да, отрубили. Ну что ж, вот и лифт. Comms Control.
Ясно. Жаль, не перевели наши деятели это. Центр связи. Вот мы и поехали с вами в центр связи. Благо, тихо идем. Рашид не видит нас. Центральный узел связи Сикса. Вход только для сотрудников. Здравствуйте, господа. Покуха, Верлен. И чё, чужой на шум не придет, что ли? Рашид же припрется, как пить дать припрется. Подожди, нам надо сюда сперва, да? Ну-ка. Звук вроде как отсюда был. А, вот. Че это он не срабатывает, я не понял. Не срабатывает, видите? Да, не срабатывает. Должен срабатывать. Подождите. Все-таки сюда он показывает нам. Ладно, пойдемте наверх. А, external communication. Это комната экстренной связи, наверное, да? Да. Это здесь. Налево. Вправо нету доступа. Ну, видите, все есть. Ну-ка. Сейчас мы использовать урт. А здесь что? Ну это вот так, вот так и вот так. То есть сигнал. А, все, доступ разрешен. Войти в терминал. И что интересно, мы сейчас прочитаем интересного. Интересно, запрос Сторенса. Но это сейчас было. Запрещенная операция. Это мы сейчас только что слышали, все понятно. Ну а зачем это надо? И почему это закрыто? Непонятно совершенно. External communication. Как втрафно, как втрафно, как втрафно. Сюда? Внешняя связь отключена системой Apollo. Выполнение исходящих вызовов в настоящий момент невозможно. Ну, приехали. Количество каналов для внутренней связи ограничено. Попробую связаться с кем-нибудь на станции. Найти запасной терминал связи. Вперед, а чужой сзади, ну опасность сзади. Что здесь есть, давайте посмотрим. Питание камеры отключи. Очистка воздуха пусть работает. А где она? А, все, ясно. Камера нам не нужна, она нам ни к чему совершенно. Я не знаю, куда мы придем. Я знаю, что надо туда. Да. И сейчас вот в эту комнату надо будет пойти. Где дроиды. Чтобы нам рассказали о технике безопасности на Севастополе. Угу. Сейчас сохранимся. Прекрасно. Сюда? Ну, конечно. Кто бы сомневался. Господи, ты ж боже ж мой. Стрелять нельзя. Пока никого не вижу. Если вас действительно
Давайте попробуем через вот этот люк, это безопасней. Ну, я надеюсь, во всяком случае, что это безопасней. Нам куда-то вон туда надо. Вот так. Сейчас посмотрим, туда ли мы вообще вышли. Естественно. Ну-ка. Там он меня увидел. Он меня увидел. Или не увидел? Где он? А, вон он стоит. Ну пусть стоит. В смысле? Блин. Нету никого. Никого нету. Красные глаза, это значит андроид бешеный. О боже, это что? Твою дивизию. Какие вы молодцы, а? Не знаю, кто ты, человек. Ёлки-палки. Никто тебя не слышит, мне тоже нужна помощь. Срочно причем. Ой-ой-ой-ой, что это? Human Employed Repression. Что здесь? Ничего. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Нам срочно нужна... Заткнись, а. Нам срочно нужна... И не беси. Только сотрудникам. Помощь ему нужна срочно. Восстановить сообщение Сэмюэльса. Замечательно, это кто? Чертеж. Прекрасно. Ну-ка, ну-ка. Он ходит? Ходит, конечно. Ну все. Хана. Ёлки-палки, куда прятаться от него? Он меня не заметил, да? Хорошо. Пусть там и тусит. Засранец. Эти андроиды. Интересно, он там один? Это мы возьмем. Это, я надеюсь, не он пришел? Сюда? Да, internal communication. Ух ты, бутылка с чем-то. Это нол. Это, видимо, что-то делает. Очередной коктейль Молотова. Ну-ка. Это где-то здесь. Вот. Никто не пришел? И что это? Выбор значения.
все? Игра, давай быстрей. Стой. Ну. Ну где ты? Да ты посмотри, а. Сейчас опять вверх поднимется, надо будет ее поймать. Бред вообще. Аварийное включение. Чё здесь? Балансировка значений. А, вот так. Интересно. Давай. Чёрт. Поймали. Поймали. Теперь вот эти два правых осталось. Поймали. И вот здесь теперь. Снизу будет. Как думаете? Все, отлично. И все вот эти немыслимые процедуры надо провернуть, чтобы включить связь. Это Рипли. Рипли, Тейл, это Рипли. Мы уже думали, что... Я жива. Где вы? Мы сейчас на станции транзита, рядом с госпиталем. Так, слушайте меня. Надо выбираться. Тут все перекрыто. Сиксоновские андроиды взбесились и убивают людей. Это невозможно. Это абсолютно недопустима программа. Я видела своими глазами. Похоже, у местных андроидов другая программа. Но это еще не все. Тут какая-то тварь здоровенная. Она... Погодите, не понимаю. Что значит тварь? Неизвестная форма жизни. Какая-то тварь. Инопланетный организм, он смертельно опасен, так что вам надо... Немедленно! Тейла ранена. Ее ударило обломком во время перехода. Сильно? Довольно сильно. Мы не можем уйти. Нужны медикаменты, ее надо перевязать. И что ты там стоишь? Передатчик сломан, я не смог связаться с Верлен. Помощи нет. Черт. Ладно. Иду к вам. Аккуратней там. Беспомощный чувак, капец вообще. Неавторизованное соединение. Ожидайте сотрудника компании. Угу. К вам подойдут в ближайшее время. Черт. Не-не-не-не-не, мы вот так. Вот-вот-вот-вот, а так лучше. Ага, тусите. Производится запись разговора. Ожидайте. Мы вот тут спрячемся. Никто ж не будет возражать. Я надеюсь. Мне сюда? Да, мне сюда. По-моему, он за мной идет, но вроде нет. По-моему, он вышел. Сюда? Да. Ой, мама. Сюда? Стоп. Центр связи Сикс. Сюда, вход, что ли? Да. Угу. Быстро. Можно. Пошел ты. Еще как можно. Так. Сюда, да?
Хорошо, допустим. А так, если... А, не надо, очень хорошо, что туда за мной не полезешь. Нет, не туда. Нет, не вылезу. Не вылезу. Их двое, что ли? Прекрасно, а мне куда? Туда? Игра, куда ты меня мотаешь? Лифту. К лифту, конечно. Давайте сохранимся. Ну, это просто люто было, я хочу сказать. Очень люто. Сейчас доедем и серию на этом закончим. Вообще ужас. Бешеные эти андроиды. Это нечто, я вам хочу сказать. А что здесь? Сохранения нет, что ли? А, ну это... То, откуда мы пришли, да, 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 да. Мы же здесь до лифта доходили, а видели, как Хьюза убили из вентиляции, наблюдали за этим. Где этот дебильный андроид? Уже здесь был. Хорошо. Рашид-то шарится. Ни на минутку нас не оставляет. Ресепшн. Вот здесь можно будет. Рядом враг. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.